Спасатели ищут выживших после схода лавины в Италии. Под снегом оказался отель «Риго Пиано» в регионе Абруццо. В здании в этот момент находилось 7 сотрудников и 22 постояльца. Двое из них успели сообщить о случившемся. Из-за сильного снегопада, который идет в регионе больше суток, спасатели ехали до места происшествия больше 3 часов. Автомобили встали в 6 километрах от отеля. Сотрудники служб добирались до пострадавших на лыжах и снегоходах. Дойти до места трагедии удалось только к 4 утра. Из-под завалов вытащили 2 пострадавших. Они в момент схода лавины находились в машине. Судьба постояльцев отеля и его сотрудников пока неизвестна. Местные СМИ сообщают, что здание гостиницы частично разрушено. Вчера утром на странице отеля в Фейсбуке появилось последнее сообщение – о проблемах со связью. Из-за плохой погоды телефонные линии недоступны. Мы просим вас связаться с нами по e-mail. Через несколько часов после этой публикации на отель обрушилась лавина. Причиной ее схода стала серия подземных толчков в Абруццо. Сам регион пользовался популярностью у туристов. Многие приезжали сюда, чтобы покататься на лыжах. Отель «Риго Пиано» находится в горном массиве Гран-Сасса на высоте 1200 метров. Сейчас в комментариях на страничках отеля в соцсетях пользователи умоляют сообщить хоть что-нибудь о пострадавших.